Всем доброго дня! Сегодня хочу приготовить овощной и мясной рагу в горшочках. Для рагу нам понадобится мясо. Тут у меня 0,5 кг свинины. Вы можете взять и говядину. Нам понадобится и овощи. Смотрите, какие разноцветные и прекрасные овощи тут у меня. Помидорчики, луковица, морковь. Несколько картошечек среднего размера, кабачок, баклажаны, болгарские перцы и обычные красные, свежий ароматный зелень, соль, специи. Я выбрала мои любимые специи и чесночок. Чесночок для маринования мяса. Еще нам понадобится несколько ложек соевого соуса. Хочу вам показать горшочек, который привез муж из Болгарии. Смотрите, какая прекрасная штучка. Сначала делаем несколько дырок на мясе. Кладем чесночок, несколько ложек, 2-3 столовых ложка соевого соуса и оставим отдохнуть. Мясо мариновалось, теперь надрезаю кубиками. Друзья, овощи тоже готовы. Все вот такими кубиками. Вот, овощи тоже готовы. Вот, я нарезала вот таким образом. Пыталась все равномерно надрезать. Теперь все эти ингредиенты я буду добавить на мясо и хорошенько перемешивать и зелень, и специи, и овощи. Вот так. Буду хорошо перемешивать и выкладывать в горшочек. Друзья, забыла сказать, нам надо еще несколько ложек майонеза. Теперь хорошенько перемешаю, вкладываю в горшочках и примерно на час отправляю в духовку. Горшочки уже наполнены. Смотрите, какой прекрасный вид. Закрываем крышкой и отправляем в духовку. Пришла момент истины. Наш рагу, наша запеканка готова. Ой, какой запах, какой аромат. Наслаждайтесь на здоровье. Подпишитесь на мой канал и ставьте лайки. Спасибо за просмотр. Ваша Мила.